Сегодня наша съемочная группа в гостях у первой в Тюмени частной образовательной школы. Еврогимназия – это лицензированная школа полного дня с углубленным изучением иностранных языков с 1 по 11 класс. Благодаря 16-летнему опыту образовательный процесс выстроен так, что дети не просто учатся, а проживают в гимназии полноценную, насыщенную творческую жизнь. Все тонкости работы с детьми обсудим с учредителем Еврогимназии Юлией Каменевой. Сейчас такие морозы стоят. На вас актировка распространяется или нет? Или вы отличаетесь от всех школ, когда они отдыхают, дома сидят, вы все равно учитесь? Мы учимся всегда. Всегда? Ну, так как мы находимся немножечко за городом, буквально 3 минуты от города, наших детей привозят на машинах. И, в принципе, в минус 36, если машина завелась, то ребенок у нас. Если у семьи нет возможности привести ребенка, он подключается в Zoom. Или он оказался в другом городе, либо за границей в это время, а учебный процесс идет, он подключается к Zoom. А что вообще про онлайн-образование думаете? Падает эффективность или нет, когда вот так в Zoom начинают изучать? Падает. Падает? Падает. Но лучше все равно присутствовать в Zoom, чем не присутствовать на уроке совсем. Конечно, когда была пандемия, и весь мир так содрогнулся, а это как раз был первый год нашей работы именно в этом здании, когда мы открыли школу до 11 класса, потому что до этого мы существовали в формате только с 1 по 4 класс. 10 лет мы с 1 по 4 были известны в городе, у нас была хорошая репутация, но мечтали, что когда-нибудь откроем до 11 класса, и нам было так жалко смотреть на наши выпуски четвероклассников, которые уходили куда, в никуда, нам казалось. Они такие родные, мы к ним так привыкали, мы столько в них вкладывали, и куда-то их отпускать. И родители говорили: хотим, мы хотим у вас остаться. И мы собрались силами. И 4,5 года назад переехали вот в это красивое, замечательное здание и уже открыли с 5 по 11 класс. Многие с удовольствием, которые уже разошлись по всем школам города, к нам вернулись ученики. Поэтому, в принципе, в первый год даже вопрос набора он был практически закрыт. Мы столько сил вложили, чтобы привести это здание к лицензионным нормам. Получить лицензию, получить аккредитацию, закупили мебель, аппаратуру, открылись и были вынуждены распустить детей по домам. Началась пандемия. Мы через 2 дня, или даже день нам понадобился, чтобы всех перевести в Zoom, изучить этот опыт, и мы его начали внедрять. И наши дети, в принципе, ничего не потеряли. Вопрос, который очень часто всегда обсуждается. Где вот эта вот грань между школой и родителем, кто за что ответственен, да? Так как у вас созданы все условия для того, чтобы родитель вообще не думал, чем занят его ребенок, то есть родитель привез в 8 утра своего ребенка, чуть пораньше, да, в 8 уроки начинаются? Нет, у нас в младшей школе начинается в 8:30, в старшей школе в 9. Но у старшеклассников с 8 часов идут консультации. Индивидуальные, да? Индивидуальные или в мини-группах – это как раз консультации для тех, кто что-то не понял, где-то отстает. И то есть он сегодня может прийти, да, а завтра, например, он не стоит в списке на консультацию, он, например, уже приезжает к 9, если он все как бы сделал, отчитался. Все двойки исправил, да? Все исправил, да. Остаются дети до 6 часов в школе. Да, старшеклассники могут уйти пораньше, то есть 4 часа, когда у них полностью учебный процесс заканчивается. С 5 по 8 класс дети привыкли делать домашние задания в школе. То есть мы это воспитываем как бы с 1 класса, что максимально, как минимум письменное задание должны все быть сделаны в школе. Кто воспитывает ребенка? Я за то, чтобы ответственность распределялась на троих. Вот сейчас у меня дочка, ей 10 лет, она в 4 классе учится. Сын уже вырос, ему 20 лет исполняется. Но я тоже многое помню, какие там я проблемы испытывала. И сейчас, смотря на дочку в 4 классе, я вижу, насколько важна роль классного руководителя, вот этого главного, основного учителя в воспитании ответственности, самостоятельности и дисциплины.
И это очень помогает. Вот одному родителю не справиться. В ноябре, в декабре мы проводим трехстороннюю конференцию. Участниками этой конференции является ребенок, родитель, член администрации, завуч или директор. Иногда присутствую я как учредитель. И основные педагоги. Каждый учитель составляет списки сильных сторон ребенка, что у ребенка получается, за что его можно похвалить, как его еще можно сильнее мотивировать. И составляют, мы не называем это слабые стороны, это как бы зона развития ребенка, то есть где нужно усилиться, над чем нужно поработать, где нужна помощь родителя. Вот здесь обязательно мы сообщаем родителю, что вот именно в этом вопросе, в этом предмете нам нужна ваша помощь. Каждый расписывается, что он берет на себя ответственность. Вот за те пункты, и вот когда ребенок ставит подпись, да, и он понимает, что ему нужно выучить все-таки таблицу умножения, все-таки ему ее придется выучить, и ставятся сроки, тогда уже совершенно другое отношение. Подпись это как взрослый. Да, это уже как взрослый. Оценки. Как вы относитесь к тройкам и двойкам? Стоит ли ругать за это детей? Или, в принципе, главное, чтобы была мотивация к изучению предмета? Ой, такой прям серьезный, даже, наверное, больной вопрос. Конечно, бывают у наших детей двойки и тройки. У нас вот прям не идеальные дети, хотя мы их отбираем. То есть, чтобы попасть к нам в школу, конечно, дети проходят тестирование по основным предметам. Математика, русский, английский. Если мы видим, что ребенок не владеет базой, ну, то есть, плохо написал тест, да, ну, например, на двойку, конечно, мы таких детей не берем. Как не жалко, как нас родители не уговаривают. То есть, если мы видим, что там педагогическая запущенность, что ну, у ребенка, то есть он, например, в 7-8 классе, а грамотность там на уровне 2 класса. То есть наверняка родители приходят к вам, потому что это нужно исправить, и они понимают, что там в школе мы, не получается, понимаете, не справляются. Мы не волшебники. То есть если он приходит к нам в 9 класс и с двойками, с тройками и хочет хорошо сдать ОГЭ, этого не получится. Даже если мы целый год ходим каждый день работать. Просто иногда сам ребенок не готов. Он не привык учиться, он не умеет учиться, у него нет желания или мотивации. А в каком классе еще не поздно это исправить? Вот если не привык учиться, не приучили учиться. До 4 класса. Угу. Потом сложнее или практически невозможно. Сейчас классы полностью скомплектованы. У нас есть места в каких-то классах, но не во всех. Можно присоединиться, и вот сейчас в конце второй четверти, да, можно после Нового года прийти, просто в каких-то классах есть по одному, по два места, в какие-то классы набор уже закрыт. Но если вы сильно хотите, можно встать в резерв. Кто-то уезжает в Москву на постоянное место жительства, кто-то за границу, и это всегда вот так внезапно происходит. Ну, то есть они-то знают, но нас-то ставят в последнюю очередь. Есть такой лист ожиданий. Есть. Если места освободятся, мы вам перезвоним. Да, да. Что касается других кружков, есть вообще необходимость что-то добавлять еще? Потому что у вас тоже же есть дополнительные активности, да. Кружки. Да, 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 да. Очень большой спектр дополнительных услуг у нас представлено. Но если, например, взять спортивные занятия, это настольный теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Мы очень любим девочек, у нас занимается балетной студией, хореография с 1 по 5 класс, она стоит обязательным предметом, даже не по выбору. А балет дополнительно? Балет дополнительно, вокальная студия работает, театральная студия работает. Также у нас есть уроки кулинарии с 1 класса. Обязательные? Обязательные. Да? У нас и мальчики, и девочки учатся готовить. Это самый любимый урок. Обязательны шахматы для всех. Вау. Да, предмет. И также у нас традиционно, наверное, уже больше 10 лет идет в начальной школе проектная деятельность. Буквально 2 недели назад у нас состоялась защита. Например, в 4 классе они
изучали творчество Ершова, сказку «Конек-горбунок», и они его рассматривали вот в разных аспектах. То есть они смотрели балет, они слушали оперу, они читали непосредственно само произведение. Всем классом организовано, да? Да, это прямо в расписании стоит урок каждую неделю. Они смотрели фильм, снятый, да, по сюжету. Они изучали репродукции разных художников, делали театральную постановку. И вот две недели назад мы пригласили родителей, и дети это все презентовали. Еще изучают дети китайский. Да, это наша фишка, наш конек. Мы его ввели 3 года назад. До этого вторым языком, ну то есть английский, это обязательный язык, его достаточно много. С 1 по 11 класс 6 занятий в неделю. Затем мы ввели вторым немецкий, со 2 класса, обязательным языком. До тех пор, пока у нас в городе не появились специалисты китайского языка, ну и вся политическая как бы обстановка уже шептала, что нужно что-то менять. Проявился интерес и у детей, и у родителей. Мы его подхватили, и вот уже 3-й год мы изучаем китайский язык. Это обязательный предмет в программе, 2 часа в неделю. Изучение китайского языка прежде всего способствует развитию воображения. А вы память. Учите? Я пыталась. Я пыталась. Конечно, память, логика развивается, но взрослому это достаточно тяжело. Вот с детьми все намного проще. У меня дочка изучает английский с 3 лет, да, а китайский начала изучать 8 лет. То есть у нее уже 5 лет была база английского языка. И когда она начала изучать китайский язык, она сказала, он намного проще, чем английский. Хотя с английским у нее проблем нет. На китайский это любимый предмет, ну, наверное, у 80% детей. Обалдеть. Как ни странно. Обалдеть. Да. Мы сегодня тут уже полдня находимся в школе. Вы как одна большая дружная семья. Да. Потому что да. К вам в любой момент могут подойти, обнять вас. Мне уже надарили сладостей. Это было очень неожиданно. И сказывается то, что есть такая камерность, да, то есть вы всех знаете. У нас статус такой семейной школы, то есть 40% детей – это дети из одной семьи. То есть у нас, если приводят учиться детей, то сразу всех. И у нас очень много мероприятий именно на формирование вот этого родительского, педагогического, детского сообщества. Мы несколько раз в год на большой сцене проводим концерты, педагоги там принимают самое активное участие. То есть это нормально, когда педагоги, представители администрации, там шестиклассники выступают в одном номере, вместе репетируют, вместе учатся. Это абсолютно на равных. Если мы делаем какой-то спектакль, да, и распределяем роли, то есть обычно есть же и взрослые роли, и детские. И мы также, и я вместе с детьми учу эту роль. Сколько уже выпусков было 11-классников? 3 выпуска. 3 выпуска. Как складывается жизнь детей после вашей школы? Кто-то учится в нашем Тюменском государственном университете. Например, вот в Центре перспективных исследований в прошлом году там достаточно большой конкурс, там обучение на английском языке, и наша выпускница туда поступила. Кто-то поступает в медицинскую нашу, Тюменскую медицинскую академию. Кто-то уезжает, например, в Петербург, Санкт-Петербургский горный институт. Это тоже наш 1-й выпуск. Иван уехал и достаточно успешно учится. Кто-то учится в Москве. Девочка в прошлом году уехала в Академию народного хозяйства и государственного управления при президенте Российской Федерации, учится на юриста. Кто-то уезжает за границу, да, в Канаду, в Эстонию. География обширна. А есть какие-то дополнительные предметы, допустим, бизнес-уроки, либо уроки финансовой грамотности? Вот что-то такое вводите? Да, мы на протяжении 3 лет приглашаем известных бизнесменов города, не так часто, как хотелось бы, которые проводят для наших старшеклассников, ну, это примерно с 8 класса, с 8 по 11 класс, различные такие уроки, например, финансовой грамотности, финансовой безопасности, рассказывают про лидерство, про команду,
про там всевозможные финансовые пирамиды, чтобы дети знали, да, чего нужно опасаться, про структуру организации, основы предпринимательства. Детям, нам, вот мне кажется, что это безумно интересный и полезный материал. Но мы вывели вот какую-то определенную закономерность уже на протяжении последних 3 лет, что нашим детям это не очень интересно. Да. Почему-то. Как оказалось, что фокус их внимания в этом возрасте, он направлен на другое. Он направлен на творчество, на познание себя. Кто-то уже готовится к поступлению, да, то есть уже концентрируется на каких-то предметах, на изучении, на дополнительном изучении. Кто-то с головой уходит в спорт, кто-то с головой становится фанатами каких-то там кей-поп-групп, изучает хореографию, вокал. И вот в этом возрасте предпринимательство можно просто для общего развития, например, 1-2 раза в месяц, как ознакомительный. Но вот думать, что ребенок вот прямо погрузится и создаст свою фирму, начнет зарабатывать, ну, мне кажется, это утопия. Мы не настаиваем. Не настаиваем. Зародить интерес только для того, чтобы... Да, мы зарождаем интерес. И мы все-таки постоянно изучаем интерес детей, особенно подростков, что им интересно. Какие им предложить дополнительные занятия? Предложили 3D-моделирование, дополнительно программирование, да, информационная безопасность. То есть это, как это вызвало интерес? Да, да. На больше, каникулах да? приглашаем преподавателей из школы блогеров, например, когда в каникулярное время у нас дети занимаются. То есть одно время это было на пике популярности. Ну и вы это не отрицаете. Приглашали. Это в 2019 году аж была такая вот школа блогеров. То есть если все родители, нет, нет никакого блогерство, то вы поддерживаете. Это сейчас, ну, если это сейчас существует, то лучше мы дадим какие-то основы, поддержим. Ребенок потом, он может узнать и потом заняться чем-то другим. Не обязательно он станет блогером. И не все, вот как-то сейчас все думают, что все хотят быть блогерами. Нет. Нет? Не все хотят, это точно. Из этого очень сложно сделать бизнес. Некоторые там не понимают, а за что такие деньги, а когда углубляются в процесс, осознают, что да там хорошо бы как предпринимателю выйти в ноль, когда у тебя огромные затраты, когда вы сумели найти вот этот баланс бизнеса и социального предпринимательства. Я так давно в бизнесе, в этом году 20 лет уже исполнилось. И мне, наверное, повезло в каком плане, что сначала возникла Еврошкола, это сеть лингвистических центров. Я стояла со своим мужем у истоков создания этого, ну, крупнейшего в регионе, в Тюмени, в области центра по изучению иностранных языков. Вот эту смелость определенную, когда мы каждый год открывали по новому филиалу, и она дала мне вот возможность войти в этот большой бизнес, потому что, ну вот, наша школа занимает комплекс помещения около 2000 квадратных метров. То есть на 150 человек, да, нам нужно 2000 квадратов, чтобы обеспечить весь образовательный процесс. Самое сложное в организации школы, именно общеобразовательной, я сейчас говорю не о центрах доп. Образования, которые занимаются там языками, вокалом, хореографией, получить лицензию на дополнительное образование сейчас достаточно легко. Их много, но там большая конкуренция, и там уже нужно, ну, уметь вот, вырабатывать свои фишки, свое лицо иметь и так далее. То есть мы там этому учились. А здесь конкуренция небольшая в нашем бизнесе, потому что очень сложно создать и залицензировать школу, и на сегодняшний день мы единственные в городе, да, который имеет лицензию на все уровни образования, начальное, общее, среднее, и аккредитацию. То есть у нас ученики после 11 класса выпускаются
с аттестатами государственного образца. Они так же, как все школьники, сдают экзамены ОГЭ и ЕГЭ и наравне со всеми поступают, ну, в любые вузы, которые захотят. Школа как бизнес вообще, конечно, такое интересное понятие. Здесь, безусловно, при организации процесса все бизнес-технологии работают. Но здесь главное вовремя предпринимателю, да, мне вот как учредителю, вот держать вот этот баланс между, как я отношусь к бизнесу, как к бизнесу для зарабатывания денег или к делу всей своей жизни, в который вовлечена я полностью, вовлечены мои дети, вовлечены дети моих друзей и знакомых. И вообще мы как бы представляем лицо города Тюмени именно в частном образовании и экспертов. Я вообще отношусь к школе Кеврогимназии, к этому бизнесу, как к живому организму. С уважением относишься и делаешь максимально, и главное, вовремя делаешь. Вот когда идет такая самостройка, и ты прислушиваешься, то здесь очень часто нужные интуитивные решения принимаешь. Что сейчас нужно школе как бизнесу, а что сейчас нужно школе как школе. Вот именно с точки зрения образования. Например, вот этим летом, в августе, мы провели для наших педагогов, пригласили замечательного специалиста по нейропедагогике. Это сейчас очень в тренде, наука. Я думала, для маленьких детей больше. Нет, оказывается, это и для подростков, и для взрослых. И вообще педагог, который владеет основами нейропедагогики, считается очень таким прогрессивным педагогом, педагогом будущего, который в ногу ведет с подрастающим поколением. Это вот, например, что происходит? Это когда там нужно где-то стучать и что-то, да, произносить? Нужно, да? Например, кидать мячик и что-то пересказывать, либо решать примеры. И кидать мячик. И кидать мячик. Это можно делать за столом, это можно встать. Мы вообще всегда говорим, за партами ребенок не должен проводить 45 минут за партой. То есть он должен двигаться. У нас те классы, которые позволяют, у нас лежат ковровые покрытия, то есть есть пуфики, видели, банкетки, да. Что есть возможность выйти, поработать в кругу, покидать мячик. Началась, видимо, перемена, но звонка нет, и это очень непривычно. То есть у меня такое ощущение, как будто бы я стою и думаю, сейчас он прозвенит, скоро. Это принципиальная позиция, что нет звонков? Да, они не нравились мне в детстве. Я училась в обычной школе с громкими звонками. И мне кажется, вот у нас каждый ребенок знает расписание с первого класса, во сколько начинается какой урок, во сколько заканчивается, сколько минут идет перемена. Мне кажется, вот мы недооцениваем детей, они лучше нас знают расписание уроков, и если мы их с первого класса приучаем следить за временем, звонки не нужны. Как замотивировать ребенка учиться? Ну, конечно, ребенку должно быть интересно в школе. Наши старшеклассники, когда их спрашиваешь, что вас держит, или вот выпускников спрашиваешь, и многие говорят, нас подкупают человеческие качества преподавателей. Когда есть время на каждого, когда уделяется достаточное внимание каждому, когда ребенок не боится ходить в школу, когда отсутствует буллинг, прежде всего, со стороны преподавателя, да? Когда он может проявить себя, какие-то свои лидерские качества в каких-то мероприятиях. Мы даем эту возможность там, в качестве ведущего, в качестве организатора. Пожалуйста, вот главное, чтобы захотел. Нужно хорошо кормить обязательно. Мы 4 раза в день кормим. Еще как бы добавки им постоянно наши повара пытаются задобрить, там, подложить, там, знают вкусы каждого. Если там у ребенка аллергия, они как бы всегда позаботятся, чтобы он что-то лишнего не съел. И любить? Ну, это даже не обсуждается, это норма. Когда мы, как взрослые, как педагоги, приходим на работу с удовольствием, мы любим свою работу,
мы любим наших детей, они это чувствуют. И многие бегут с удовольствием, кто-то идет с удовольствием, кого-то привозят. Но он заходит и думает, нормально. Лучше, чем в других школах.